Приветствую, дорогие зрители. Добро пожаловать на канал Джонни Хоррор. Меня зовут Джонни. Мы с вами продолжаем проходить побочные задания и квесты в Horizon Запретный Запад, часть 2. Всем приятного просмотра и хорошего вам настроения. На прошлом стриме мы с вами прошли не такой интересный квест, в принципе. То, что парень обвиняет его в предательстве, типа клана, вот, и его, короче, поймал другой клан, как я понимаю. Ну, типа, там, тот же клан, но, по сути, типа, другой. Вот. Ну, типа, он хотел, на самом деле, донести, ну, или как, типа, внедрился, да, в эту банду мятежников, типа, скажем так. Вот. И типа предупредить типа другой клан, то что там банда мятежников хотят с огромной машиной напасть на лагерь, типа, и разгромить их, короче. Вот. Ну, типа, ребята не поверили, особенно вождь. Ну и типа сказал, что мы не верим тебе. Вот. И пришлось нам это взять этот квестик и пройти его, и помочь, чтобы его и разобрал Вася, в чем же все-таки проблема. Вот, поэтому все, мы прошли с вами. Интересно такое, кстати, я думал, что всех мятежников мы уничтожили, оказывается, нет, еще есть. Где-то бегают тут гады. Ладно, дальше нам надо... Так, неизвестное убежище. Так, нам дальше надо фигачить всех тоже. Так, неизвестное охотничье угодье. Ну, это полная хренотень, по сути. Так, мы находимся здесь, да? Так, давайте мы глянем. Глянем. Что нам еще выполнить надо? Интересненькое такое. Так, а где что такое? Затопленная пещера. Кричащая скала. А, это я прошел 100%. Все, хорошо. Так, здесь мы тоже все прошли. Сейчас где-нибудь узнаем, где тут еще помочь кому-то. Угу. А что у нас вот здесь вот? Так, интересно, давайте туда. Чтобы потом уже туда не бегать по всяким там квестикам. Потом выполнить. Посмотрим, дорогу нам... живой легенде. Дадут. Так, вон там надо нам. Прошу, удели мне время. Чё случилось, братан? Легенда. Прошу. Дело в моем брате. Не хочу тебя отвлекать, но больше просить некого. Что с ним? Ладно, рассказывай. Прости. Меня зовут Джомар, главный оружейник этой экспедиции. Я отвечаю за вооружение и подготовку солдат к боям. Ну, ты вооружейник. Не справился. Короче, с тебя, братан. Мой младший брат Орис. Классный шмот. Ну, или пуш, и оружие какое-нибудь. Они должны были уже вернуться. Блюститель отказался отправлять людей на поиски. Большинство воинов уплыло назад домой. А все, кто остался, должны защищать лагерь. Я не могу бросить свой пост. Но ты считаешь, твой брат еще жив? Орис с ума сходил по Сан-Франциско с самого раннего детства. Он был так рад, что попал в экспедицию. Я просто отказываюсь верить, что здесь его ждала смерть. Поможешь? И я поделюсь любым оружием из запасов. Точно? Буду на севере, поищу твоего брата. Спасибо. Я тебя поймал, кстати, на слове, чувак. Мой брат носил с собой реликвию Джумар. Легенд. Может, твой визор сможет ее засечь? Реликвию? Небольшой металлический кулон на цепочке с голограммой Сан-Франциско. Брат хотел, чтобы город всегда был с ним. Ни хрена ты дал задание. Что это был какой-то маячок, зовущий легенд посетить город. Предположили? Они не смогли считать все данные? Они сочли их утерянными. Если мой брат погиб, принеси мне его реликвии. Орис так любил ее. Я хотел бы ее сохранить. Конечно. Обалдеть, нихрена себе. Сувенир. Открытое меню задания. Сувенир. Так, задание. Угу. Так, а где у нас по карте находится? А, здесь я?
10. Ну ладно, погнали. Я думаю, можно долететь, в принципе. А, здесь нельзя. Надо выйти отсюда. Надо выйти, да, мы выйдем, выйдем. Надеюсь, у тебя еще остались. Так, ну с этим дроном мы разобрались. Мы взяли данные. Как странно, обычно подхватывает. А здесь ты что не подхватил, братан? Тихо. Да, что-то я не понял, как он вообще взлетать туда. А, вот так все. Это башня, которую упоминал Джон. И в ней полно светокрылов. Это нехорошо. Это нехорошо. Там, на пляже. Разведчик Квен. Подберусь поближе. Может, у него реликвия, о которой говорил Джомар. Все, налетались. Так, хорошо. Ну, в принципе, недалеко где-то здесь. Сейчас посмотрим. Надо так. Поискать у разведчика реликвию. Разведчика, да? Так, хорошо. А здесь внизу ничего такого, нет секретов. Ну, пойдем туда, значит. Реликвии нет. Это не брат Джомара. Надо поискать вокруг. Может, найду кого-нибудь еще? Так, найдите разведчика Квена. Ага. К северу от причала. Против нее сработает заморозка. Снова мертвый Квен. Надо поискать среди тел брата Джомара. Но сперва разберусь с теми машинами. Так, это мы убрали. Можно теперь и того стать убрать. Значит, котлы извергают убийц охотников. А как он это? У меня что, он заметил, что ли, не мог понять? Эти насторожились там тоже.
Ах ты, тварь, а. На, получи. Нифига себе. Нифига, он телепортнулся, обалдеть. Здорово, чувак. Нафиг, кат. А, другой. Это другой. Так, хорошо. Какой-то кислотой какой-то непонятный, фига что-то. Блюдки. По идее, все. Блин, промазал. Да. Да, хорошо. Да, какая-то хрень. Это такая типа травы. О, братан. Так, хорошо. Вон там он еще один. Так, ладненько, ладненько. Вот это хорошо. Собирать нам уже не надо и этих ягодков. Так, здесь у нас. Здесь, да? Так, а где тут, погоди? А, вон там. Ясно. Угу. Так, а территория где? Ага, здесь получается. Ну, скорее всего, где-то вот... Может быть, кстати, да. Как, блин?
смысле, как ты заметил-то, не могу понять. Промазал. С ними покончено. Осмотрю разведчиков. Да, хорошо. Значит, остальные как-то мимо они потратили эти припасы. Не точно попадал. Реликвии нет. Видимо, нет и Ориса среди них. Но ведь он мог уронить ее, когда они отбивались от машин. Может, визор подскажет. Фу. Ничего. Попробую поискать с помощью визора следы. Ну, давай попробуем. Вот. Может, Орис сбежал от машин? Посмотрю, так, куда ведет след. Сюда. Идите по следу. Ну, получается, вот к этому чувачку, нет? А, нет, дальше, смотри. Интересно, интересно. Машина. Угу. Похоже, она гналась за ним, но Орис отбился. Опа. Летающие чувачки. Я понял. О, солнышко. О, хорошо. Похоже, он забежал в башню. Наверное, пытался укрыться от Светокрыла. Вот это тебе вот трассировочка лучей. Разве не они это? Вот вам трассировочка лучей. Шикарно прям вообще. Так, куда он идет-то? Все выше и выше. Вообще обалденно. Ребят, посмотрите, как... Так, а вон там вдалеке что-то тоже, да? А, ну там вроде как нельзя туда больше. Закрыт там. Следы кончаются. Наверное, так. Он забрался наверх. Хорошо, следы заканчиваются. Ё-моё. Чё тут, логово что ли их? Ничего себе. Ну здесь да. Здесь нужны водяные снаряды. Надо как-то подняться на башню. Ничего себе, он так прям встал, его даже не видно из этих кустов. Обалдеть. Харёк, блин. Так, скорее всего, как-то так. Тоже не видно. Да блин, зачем? Надо как-то подняться на башню. Тоже могут перекрыть его. Во время перезарядки функции недоступны, да?
Ага. Блин, надо было, конечно, перехватить, наверное, проще. Да? Надо как-то подняться на башню. На, вот еще. Осталось только добить. Где там добивка? Погоди. А, ух ты. Повезло. Так, окей, ладно. Так, а мне как-то туда забраться надо? А, вот отсюда надо. Так, ну это мой. Правильно? Так, затаимся. Угу. А. Так, мне как-то надо забить. Ух, 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 тихо, 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 тихо. Так, как-то мне надо залезть туда наверх. А, вот, все. Не заметил просто. Угу. Ну. Уже голова кружится. Сколько можно вылезать? Тупик. Тупик. Может, снаружи есть другой подъем наверх. Да, есть. Эвочка, ну нифига ты даешь прям. Меня тут нет. Типа был сарказм, да? Чуть не попалась. Угу. А вот, похоже, и Орис. Есть лишь один способ выяснить. Поищу реликвию. Так, давайте-ка здесь. Внизу, по-моему, здесь. Так, есть. Да ну, хана, наверное. Реликвия. И мой визор нашел на ней данные. Это не маячок, это карта с достопримечательностями Сан-Франциско. Если б Квен могли ее считать, не пришлось бы отправлять разведчиков. Расскажу Альве. Элой, слушаю. Альва. Я нашла данные, возможно, интересные. Пересылаю. Сейчас взгляну. Спасибо. Лучше забрать реликвию с собой. Угу. Отдам Джомару и сообщу печальные новости. Так, хорошо, теперь надо вернуть Джомару. Давайте вернемся. А что у нас здесь больше ничего такого нету, да? Ясненько. Добро пожаловать в причал. Да-да. Легенда, ты вернулась. Ты уже... Мне жаль. Как он погиб? В башне было гнездо светокрылов. Он хотел спрятаться там, но... Когда я нашла его, то... Нашла это. Орис. Я просмотрела данные.
Там карта города, и вашим разведчикам больше не придется так рисковать жизнями. Альва уже изучает карту. Хорошо, что твой брат ее сохранил. Я бы отдал все данные наследия, лишь бы брат был жив. Но хорошо, что он оставил ценные знания. Как и обещал, запас оружия к твоим услугам. Если принесешь нужные ресурсы, я смогу изготовить любой образец. И еще. Попробуй-ка вот это. Отличное оружие. Понравится? Изготовлю больше. Спасибо. Сочувствую твоей утрате. Да, я знаю. Спасибо. Получил все типы оружия. А, получил все типы оружия. Да, хорошо, хорошо. Так, нам надо что сделать? Вот. Канатометы съемкостью представляют собой особую разновидность. Если хочешь, легенда, я обеспечу тебя самым лучшим оружием. А, вместо веревок они стреляют гарпунами, позволяющими прикреплять к машинам стихийные емкости. Попав в такую емкость, тревой остается... Относишься к той же стихии, вы вызовете мощный стихийный взрыв. Учтите, чтобы прикрепить емкость к броне, нужно выстрелить в полную силу. Понятно. Так. Давай продадим. Мне, в принципе, есть что продать. Фига, что-то у меня вообще мало денег. Как это так? Его блеск. Такой же смертоносный, как и его создатели. Этот дальнобойный лук, Теннакт, выпускает плазменные стрелы, которые могут приводить цель в состояние взрыва. И подорвать емкость с взрывом блеском. Блин, конечно, крутое. Вообще прям нормально выносит. Угу. Так, ладно, давай сейчас у него ресурсов возьмем, которые нам нужны. Угу. Удачи в странствиях. Угу. Так, хорошо. Если нужно что-то еще, только скажи. Да, понятно. Ну да, надо потом будет как-нибудь купить. А вот у него лук. Лук, конечно, мощный. Пожалуй. Дорогу живой легенде. Наконец-то встал на ноги. Конечно. Эй, патруль прошел спокойно? Ага, так, конечно. Здесь можно, в принципе, еще можно выполнить квестик. Давайте выполним как раз. Мы что-нибудь придумаем. Здорово, чуваки. Нам теперь ни за что. Обещаю. Мы попадем домой. Хари, нам нигде не раздобыть гирокомпас. Мы застряли. Навечно. Живая легенда. Да познаем мы истину. Просто, Элой, вы говорили, что не вернетесь домой? Корабли-навигаторы уплыли домой с блюстителем Бохаем. Нам доверили особый прибор, который мог проложить оставшимся здесь Квен путь домой через океан. Только он сломан. Есть корабль, на котором мог остаться рабочий гирокомпас. Но его выбросило на сушу, на остров, окруженный опасными течениями. А мы вроде были без там, на этом корабле. Без компаса никак. Не вернуться к тем, кого и оставлять-то не надо было. Кристия. Так, оставлять кто вы, гиробка, с корабля на мели. Так. Может, я помогу? Они слишком долго будут болтать, если а тут, понятное дело, очень а что, все... А что, если я смогу добраться туда верхом на слишком светокрыле? Затянуты диалоги, которые не особо интерес, в принципе, дают. Она возрожденная легенда.
Она может. Поэтому все коротко и ясно делаем. Корабль на острове на востоке. За флотом. Ясно. Туда и направлюсь. Я не могу позволить себе надеяться, но спасибо за доброту. Ага, бросили там кого-то, кинули, блин. А я должен мутить там, блин. Долетите до разбитого корабля. Может. Хорошо. Чтобы попасть на их корабль, мне нужен светокрыл. Так, ну да, мы уже тут летали. Все нормально, да? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А, не может пойти сюда. Так, а если вон там? Туда-то он может? Блин, зашибенно. Зашибенно. Так, хорошо. Угу. А что такое? Металлические осколки. Вот сюда можем давать сюда и здесь вызовем сейчас быстренько. Кади, что такое? Клянусь всем запретным. Ну, я думаю, справится, ничего страшного. Так, здесь мы с змеёй сражались, это я помню. Что тут у нас есть? Так, это вон там. Так, там тут у нас летает грозный чел. Так, хорошо. А, ну да, мы тут были. Поэтому тут мы все обыскали. Куча обломков. Странно. Машины. Надо быть начеку. Так, уничтожь машину дополнительно. Найдите гироскоп на разбитом корабле. Ладно. Блокиратор щелкозуба испорчен. Но я смогу его починить, если раздобуду больше деталей. Так, а как его уничтожить? Что? Понял, он огня боится. Ах ты тварюга. Куда это ты залезешь, а? Ну ты чё, дружбан, нельзя сюда. Ах ты тварюга, а? Смотри, что делает. Воу. Всё-таки залез, ни хрена себе. Я думал, он тупик. А он, мне кажется, не тупик. Разбитый корабль Квен. Это на нем плыли Хариам и Кристи. Варюга. Вау, брат. Ух ты. Теперь. А, нету, да? Я понял. Валиваю.
Так, есть. Братка. Здорово, братка. Блин, как это так? Упал. Да. Так, хорошо, хорошо. Значит, тут бабла не на этом хорошо. О, еще один. Ты сука, можно учился. На помощь пришел. Это хорошо. Удачно вышло. Уважаем. Так. Ничего себе, брат. Ну и все, да? Да. Так будет полегче. Угу. Нужно просто найти гирокомпас Квен в тех обломках. Так, хорошо, давайте сейчас поищем. В смысле, я же вроде как все сделал. Так, и здесь мы. Отлично. Она говорит в обломку, да? Приберегу на будущее. Угу. Визор поможет мне найти гирокомпас. Компаса нет. Машины могли унести его с корабля. Надо поискать в кучах обломков на острове. На всякий случай. Ну давай поищем, посмотрим. Так, найдите обломки. Не ящик с запасами. Ух ты. А, хорошо. Так, средний ящик еще один. Надеюсь, я найду гирокомпас в одной из этих куч. Угу. Тоже надеюсь, что так получится. Так, хорошо. Могу. Найди-то здесь. А. Должно быть. Ну, не здесь. А. Точно. Вот он. Ага. Отлично. Потрепало его. Это. Может, и не работает. Надо отнести Хариям и Кристи. Угу. Пусть они глянут. Погнали. Туда лететь не стоит. Надо садиться. А, вон туда, да? Я понял, сейчас сядем. Слава легендам! Ты здесь. Это... Мне жаль. Он сломан?
Угу. Последняя надежда. Нет. Должен быть способ его починить. Как? В нем надо заменить батареи и модуль датчиков. Ну да, они же просто валяются тут вокруг и ждут, пока... Стой. Древний флот. Может быть, там? Какой сами флот? Там. Когда мы покинули корабль, нас выбросило на пляж к юго-западу отсюда. И там были корабли времен легенд. Мы должны осмотреть их. Нельзя. Ради блага всех. Если с нами что-то случится, у них не останется навигаторов, чтобы добраться до дома. Никто не вернется домой без исправного гирокомпаса. Я поищу детали. Нужно найти модуль датчиков. Они обычно бывают в антеннах. И батареи. Чё за тупой бред? Три штуки. Они маленькие, их сложно найти. У меня есть свой способ. Да что ты показываешь, мы зачем? Будем верить. Они сейчас успех, будут тоже. Ой, да мы тоже эту штуку хотим. Не надо показывать, блин. Вот у меня свой способ. Сказал просто свой способ и все, блин. Что за тупик, блин? Ну, ты меня бесишь уже, блин, просто. Бесячая ты баба. Братан, надо продать тебе, короче, понял? Так, погоди. А, продать. А, ничего нету, блядь. Нихера себе. Ну ты козёл. Если нужно что-то еще, только скажи. Давай мне бесплатно припасы, блядь. Вот что мне уж и давай. Так, ладно. Так, куда там надо лететь? О, нихера себе, далековато. Да. Ну, у нас, в принципе, сюда можем. Да, давайте гоняем. А мы вроде той части были. Харием и Кристия сказали, что здесь есть. Вот единственное, что мне здесь вот нравится, вот именно в этом, да, вот эти руины заросшие. Блин, вот стоит на той карте, надо было больше таких делать. Просто реально больше. Так круто было бы вообще. Так, мы где-то в этой точке, да? Где-то вот. Древние корабли должны быть где-то поблизости. Где-то, наверное, здесь. По ходу дела. Где-то вот. Или вон там. Ну, вон что-то типа корабль. Походу на то. На том пляже разбитый корабль. Да. Так, если он показывает где-то здесь. Батарея. Ага. На том пляже разбитый корабль. Есть, нашли. Хищника, как хищник. Ракушки, да, коралла. Прикольно. Так, очень хороший монстр. Надо с ним разобраться. Хариам сказала, нужны три штуки. Где-то поблизости должен быть еще корабль. Три штуки, ты чё? Три штуки, блядь. Она что, издевается, что ли? Да ладно. Дракончик, мы скоро придем.
имею в виду. Ну, ты будешь меня брать? Нет, братан. Ну, чё ты, блин, тупишь? Вот. Так, хорошо. Где-то получается чуть-чуть там. То есть, я так полагаю, где-то здесь, наверное. Может, стоит позвать моего Светокрыла? Зачем? Что-то Светокрыл тут поможет, интересно. Вон, погоди, вот что-то есть. Нашел, кажется, чего-то. Вот, затонувший корабль. Может, на нем есть нужные Хариэм и Кристи и детали для компаса? Да. Антенна. Надеюсь, тут модуль датчиков цел. Так, интересно, как-то вниз, да, попадал. Ну да, да. Сплошные модельники. Датчиков нет. Но есть старая запись. Говорит судно «Анкоридж». Вызываем всех, кто еще жив. Медина, Амаха и Нью-Орлеан потоплены. И Рой только что разбил Харрис, как яичную скорлупу. Источник питания. Наверное, батарея. Нападают! Берегись! Главный гор сильно поврежден. Если сконцентрируем огонь, может, получится его завалить. Кажется, есть сигнал с Хэмилтона! Так, соберите ресурсы для гирокомпса. Пропал! Датчикам хана! Мы плывем вслепую! Кажется, их модуль датчиков сломался. Но они пытались связаться с другими. Угу. Пожалуй, теперь я найду батарею. Виза сможет их. Короче, вот с этим они, видимо, столкнулись. Какая-то вот ящик. Теперь хватит. Визор засек координаты источника той передачи. Погоди. Если там есть еще корабли, на них может быть нужный датчик. А, древний сундук. Так, интересно, интересно, интересно. Пойди к источнику передачи. Хорошо. Скаты тут. Возможно, мой Светокрыл еще где-то здесь. На нем будет проще добраться до тех координат. Ну да. Давай, братан, помоги. Спасибо. Братанчик, ты красавчик. Так. Что-то тысяча как-то многовато. Нихера себе сюда. Так, а поблизости к нам. Поблизости, 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 поблизости. Тю-тю-тю-тю-тю, неизвестный костюм. Давайте сюда, я тут туда. Ну, что я могу сказать вам, ребята? Это интересный квест. Необычный даже. Намного интереснее, чем первый. Там, где, типа, чувак. Не угадал немного, ну и попал в ловушку.
Как это прикольно. Так, вот где-то здесь. Вон там. Понял. Да, где-то на здесь. На том корабле есть антенна. Ага. А на ней сидит смертокрыл. Просканируем все чипы машины. Надо разобраться с ним, а потом поискать датчик. Попробую снова наложить образ. Я должна быть в зоне действия. Холод тут не поможет. Эта машина привычна к морозу. Ага. Ясно. Жалко, что так вот типа сбивать нельзя. Фига себе. Обалдеть. Так, древний сундук. Блин, у меня всю эту малину сломал. Наверное, давайте под него, наверное, уйдем. Ни хрена себе, это как это? Слушай, это мощный такой этот челик. Охренеть. Так, угоди, здесь там что-то есть. Сундучок, так, костюм. Ага. Так, дай мне ящик с ценностями. Так, мне надо как-то... А, вот здесь. Мне кажется, по-любому надо его завалить. Ну, я так полагаю. Мне кажется, даже не один, а целых два. Ну, я так полагаю, да? Не надо. А за тварь, а? Так, как-то внутрь, да? Ах, хер там был он. Что-то подавляет мой визор. Блин, он мне визор сломал, гад. Ну давай вылезай оттуда, блин.
Да что, клан? Не, его надо по-любому убить, потому что... Что ты будешь делать, а? Наш он только мешать будет. Вау. Я не сдамся. Так, что ж. Я даже не успеваю ничего сделать, просто, ребят, очень не успеваю. Охренеть. Бред какой-то, блин. Так, ребят, давайте-то на этом моменте мы закончим сегодняшний стрим. Спасибо ребятам за просмотр, за лайки, за вашу поддержку. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь в паблик ВК, там все новости по поводу новинок и игровой индустрии. Спасибо вам всем. Увидимся в следующем стриме. Пока-пока.